Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поиграем в Plants vs. Zombies Garden Warfare, первая часть. Я не знаю, что это происходит, я очень давно не играл, невероятно давно, вы не представляете, насколько. И да, надо сливать зомби тут. Это, да, такая игра. Так, живи. Ха-ха, слили. Ё-моё, как это было эпично. Я не знаю, что это за зомби такой, но у него глаза повернуты в разные стороны, поэтому, ну... Наверное, это необычный зомби, ну, во всяком случае, мне так кажется. Ладно, ну, мы можем, в общем-то, хилки ставить, на самом-то деле. Поэтому так и сделаем. Ага, то есть нам надо еще хилить. Хилить, как хилить? Вот так, наверное, так. Тут хилить можно, ё-моё, я хилер. Так, хедшоты, накидываем. Да, минус один, дорогие друзья. Так, ой-ой-ой, что это такое? Где я не вижу противника? Где противник? Так, вот он. И чё, я могу кого-нибудь посливать? А, давай. Так, противники. О, зомби тут. Это боты. Не, отстань от меня. А, слили. Опять, чуваки. Капец. 0-1. О, меня поднимают. Чувак, давай. Пожалуйста, давай. Давай, мы затащим, чувак. Я верю в тебя. А, нет, доктор. Какой-то доктор тут неадекватный. Так, кого хилить? Тебя, не тебя, кого? Хедшоты, пожалуйста, давай. А-а-а! Он поставил щит, барьер, ё-моё. 2 хп, да. Не получилось задефать, чуваки, ё-моё, надо было дефать точку. А, я только сейчас это понял. Шок, вот это контент. Блин, ну автореспаун у меня не сработает, я думаю, давайте еще раз. У меня, кстати, пиксельные очки из Майнкрафта, поэтому я думаю, за это стоит лепить лайк, это прикольно. Также тут можно ставить всякие растения. И за меня челик уже поставил, блин, как он быстро бегает и ставит. Прям профессионал прямо своего дела. Так, можно на годку. Что это такое? Что это? Не, доктор, ай. Ох ты, ёлый, получилось. Так, хилка. Так, кто меня стреляет? Кто меня накидает? Зомби с дверьми, ёлки-палки. Надо быстрее их раскидывать. Ой-ой-ой, аккуратно. От кого он выворачивается, мне интересно? А, так он сначала в первую очередь растения сливает. Ё-моё. Так, окей, надо смотреть за противниками. Где? Вот там доктор безумный. Ой, надо отхилить, надо. Не успел. Не успел отхилить. Так, пошел отсюда, зомби. Наглый зомби какой, а? Так. Так, я не успею. Нет, надо было раньше включать эту тему. Так, давай, безумный доктор. Ай, сли, как так? Блин, они уже захватывают, смотрите, сверху полоска. Мне надо, чтобы ни одного зомби не проникло сюда. Так, все нормально пока что. Так, отошел отсюда, понял, что ты наши места захватываешь, пошел отсюда. Так, никого не вижу, вообще не представляю, где. Так, опа. Так, тут безумный доктор, чувак, давай, быстрее. Сливай вот эту фигню, а, это хилка для него, нельзя ему дать хилиться. Так, пошел отсюда, безумный доктор. Давай, ах, ты отлетел, хорошо. Нет, я второй юзнул скилл, зачем, непонятно, ну ладно. Так, где противники есть? Вот они. Так, минус один. Ах, ты меня слили в спину, елки-палки. Вот это зо... А, меня возрождают. А, нет, уже не возрождают. А, нет, снова возрождают. Да ладно, так ты меня возрождаешь или нет, парень? Фу, так, это... Опа. Так, давай чуть-чуть. Все, красава. Опять захватили точку. Да как так оно? Как так, чувак? Я не просто... Все, я отлетел. А, я отлетел. Надо защищать сад, ребята, в этой игре. Я не могу защитить сад. Елки-палки. Как так? Респаун нау. Давайте, надо... Так, надо собраться и отдефать тут все полностью. Давайте самых крутых каких-нибудь поставим. Таких вот, блин, да. У меня есть всякие растения. Так, давайте такое, не знаю. Короче, надо понастоить тут все нафиг. Потому что фиг ли тут это. Да. Так, возродим. Так, отхилим. Поставим тут эту хилочку. Все, похилится, ребята. Так, короче, мне прилетел сейчас в жбан патрон. От кого? От этих безумных докторов всяких. Вот таких вот, например. Давай. Да, отлетел, чувак. Так, я не выживу. Нет! А, пожалуйста. Так, ой-ой-ой. Ой, да, ох ты, нифига себе, так можно было. Так, меня слили. Меня опять слили.
Опять безумный дракон меня вообще преследует. Он меня тупо преследует, безумный доктор. Так, доктор, ты давай такие это, других лечи, не меня. Меня лечить не надо. Во-первых, ты зомби. Что уже как бы наводит на мысль то, что что-то странное на самом деле происходит. И ты как-то плохо лечишь людей, раз себя не можешь вылечить. Так, окей, идем дальше. Тут бежать, к сожалению, нельзя, нет шифта. Опять захватили, да ладно. Да как так-то? Опять захватили, елки-палки. Так, так, кто-то нас вот такой вот стреляет, наглый парень. Как говорится, отлетай. Ох ты какой хитрый-то, а. Издалека стреляет, что-то там прыгает. Ух ты какой, мега-кэнон. Надо возродиться, надо срочно возродиться. И надо задефать. Надо, короче, задефать как-то это все дело. Так, давайте вот так вот сделаю. Все, и где противник? Никого, ага, вон мы. Или вон, подожди, вот, вот, вот. Доктора всякие тут ходят. Ох ты какой, ладно, нам пора сменить хиллера на жесткого пушера. Потому что, блин, это уже ни в какие ворота не лезет. Так, change character, персонажа сменим. Кактус, пишутер давайте. Вообще раскидаем всех нафиг там. Не знаю даже, что будет. Капец будет просто. И вообще раскидаем. Зомби, ух ты какой хитрый, наглый зомби. Отстань, 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 отстань от нашего. Нормально. Так, мы можем очень быстро бегать, кстати. Это такая тема очень приятная. Так, я не вижу, где он? Ты что такой? Ты отстань. По 30 хп ему снимаю, очень мало. Ну, конечно, это многовато все-таки для... Ну, блин, слил его, но меня даже слили. Ах, капец. Это многовато для хиллера, потому что хиллером-то я вообще мало сливал. Но все равно как надо попадать, ребята, надо попадать. Окей, окей, ладно, возродились еще раз. И тут есть зомби какой-то, он прыгает. Он офигел совсем. Че у нас тут... Че? Парень, что ты тут забыл сзади сада нашего? Мой сад, отстань тут. Так, мой сад, отвали. Опа, так, как-то сложно. Как-то сложно играть в эту игру, она что, для профессионалов каких-то, для гениев? Можно в тебя попасть, пожалуйста, хотя бы раз? Все, попал, все, слил, фух. Так, так, раз-раз-раз, это хардбас, как говорится. Так, бежим, надо дефать следовать, опа, так, перезарядка. Кактус, гоу. Я знаю то, что он можно чесночок выпускать. Поэтому давайте выпустим чесночок. Во-первых, так сделаем, а во-вторых, чесночок. Так, два. И где он? Вот, все, теперь я могу с чесночком летать и всех раскидывать. Это еще раз, два, три, четыре, пять. Так, где у нас противник? Не вижу, не... А вот они, вот они, вот они. То есть так вот издалека можем накидывать, накидывать потихонечку. О, минус один. Минус... Очень тяжело управлять, нереально вам скажу. Но как-то, знаете, как с геймпада управлять, то же самое. Как-то очень все плавно. Нереально, просто нереально. Так, зомби, 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 зомби. Ах ты, слили моего. Ну я-то жив остался, типа, мне-то что? Я-то жив остался. Так, надо как-то вот... Это... Так, это свой. Я уже противников не могу отличить. Что говорить про своих? Так, накидываем, накидываем. Отлетел. Хорошо, хорошо. Так, он возродил своего, смотрите-ка. Ни хрена себе, ты какой наглый, а? Так, отлетел. Отлично, отлично. Так, нам надо еще растения посадить, ребята. Видите, там есть для этого места специально для растений. Там зомби бегают. Ёлки-палки. Так кто у нас накидывает-то, ё-моё? Кто это? Откуда? Так, надо как-то высадить этого парня. Где ты? Ну какой наглый. Так, все, там ребятки посадили. А, нет, не посадили, его слили, ё-моё. Так, отлетел, отлично. Так, теперь какую-нибудь хилку надо поставить будет. А, ладно, вот этого челика поставил. Нет, отлетел, ах ты, блин. Ну это ближнебойного я челика посадил. Всем конец. Ох-ох-ох-ох-ох. Так, где у нас зомби? Это у нас зомби, это свой. А, это не свой, это зомби. Так, отлети. О, отлетел, нормально. Так, давай теперь вот это добро посливаем. Надо как-то маневрировать. Так, Space, SpaceX, как говорится, да? Вот так вот кинем гранату. Нет, 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 захватили. Твою дивизию захватили, ребята. Охренеть, давай. Ах ты, блин, ладно. Слили моего дрона летающего, блин, чесночок летающий. О, капец, это смешно выглядит на самом деле. Так, накидываем. Ох, да хорошо накидали, хорошо накидали. Я прям издалека вообще профессионал, могу прям раздруливать катки. Ах ты, не умею через забор стрелять. Так, отлетел, нормально. Это тот же челик. Уже нет, уже не стоит. Молодой человек. Так, молодой человек, где вы? Опа, дрон летает, офигеть. Все, раскатал дрона. Изи, как говорится, гейм. Так, накидываем. Отлично, отлично, раскидали. Так вот делаем. Так, я вот, подожди, я его слил или не слил? Окей. Опа. Ой, надрели.
О, вот это было жестко. Вот это было жестко. Мне понравилось. Мне просто понравилось это. Так, ДП, надо защищать точки. Так, давайте. Так, пошел отсюда. Ты какой наглый тип. Так, отлетел. Хорошо. Так, где противники? Где они? Все. Неужели мы проиграли? Нет. Или выиграли, или проиграли. О май гад. Смотрите, ребята танцуют перед экраном. Как это весело. Офигеть. Так, ну мы, блин, мы только одну точку, ребят, держали, походу, да? Только одну точку, блин. Но все равно я получил такую же денег. Это очень классно. Это очень классно. Я первый раз зашел за несколько лет в игру. И так все раскатал. Слушай, неплохо. Я на первом месте. И подожди, мне показалось, я был на первом месте. Охренеть. Ну, либо на втором. Вот это я вам скажу неплохо. Так, растение, зомби. Что это такое? Only zombies. Так, only plants. Супремиум пак 9 предметов. Давайте откроем этот пак. 20 тысяч он стоит. Что нам из него выпадет? Вау, 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 вау. И еще раз вау. Ё-моё. Ох ты, нифига себе. Какой красивый цветочек. Блин, такие они все милые. Офигеть, ребята. Это был Plants vs. Zombie. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте делиться видео с друзьями. Огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, пока-пока.